В 2016-17 годах Шалабулинский сельсовет принял участие в конкурсе грантов губернатора Красноярского края «Жители за чистоту и благоустройство». Они разработали и реализовали два проекта на своей территории. Это проекты «Детская игровая площадка», «Детский мир» и проект «Никто не забыт и ничто не забыто». Их поддержали все жители села и общественные организации территории. Женсовет написал в отборочную комиссию конкурса письмо, где подтвердил, что в Шалабулино необходимо построить детский городок и облагородить памятные места. В результате единодушия и приложенных стараний по обоснованию проектов Шалабулинский сельсовет получил из краевого бюджета 150 тысяч на обустройство детской площадки и более 600 тысяч на установку тренажеров по проекту «Здоровый образ жизни. Наш выбор». Теперь целый комплекс из сценической площадки, детского городка и тренажерной беседки для детей позволяет им весело, используя, проводить время. Анастасия Харченко с одноклассниками часто здесь бывает. Мне нравится эта площадка. Ну, здесь весело, задорно, можно в любые игры играть. Тут фотографируемся с нашей учительницей. Ну, летом здесь проходили выступления. Важное для всех шалабулинцев место – мемориал, посвященный землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник был установлен в 1970 году. Здесь же неподалеку памятник комсомольцам, погибшим в годы Гражданской войны. Годы не щадят металл и гранит, и памятники стали ветхими. Реализация проекта позволила все привести в соответствующий вид и благоустроить мемориальную зону. Важны были и 350 тысяч рублей, выделенные из краевого бюджета на проект, и помощь шалабулинцев. Проводились субботники, в которых в общей сложности работали более 400 человек. Конкурсы грантовых проектов в крае продолжаются, и каждый населенный пункт нашего района может благоустроить свои памятные места и места отдыха.